Всем привет! Иногда бывают такие ситуации, когда нужно войти в ноутбук, а пароль вы не знаете, либо же забыли. Как в этом случае, хозяйка установила себе пароль и благополучно его забыла. Она, конечно, назвала несколько паролей, но ни один из них не подошел. Что делать в этом случае? Есть два варианта. Переустановить Windows полностью. И второй вариант – взломать этот пароль, сбросить его. Переустанавливать мы не будем, мы этот пароль сбросим. Что нам для этого нужно? Для этого нам нужно войти в BIOS. Выключаем нодик. И при включении нажимаем клавишу F2. Возможно, еще нужно это на клавиатуре нажать либо F2, либо кнопочка DEL. И вы попадете в BIOS. Здесь нам нужно сделать загрузку CD-ROM. Либо с флешки, если вы будете загружаться с флешки. Я буду загружаться с CD-ROM, поэтому на первом месте у меня стоит CD-ROM, и на втором месте у нас стоит жесткий диск. То есть, если у вас на первом месте стоит не CD-ROM, либо USB, с которого вы будете загружаться, значит, меняем их местами. Как менять, тоже вот все написано внизу. Нажимаем F10 и нажимаем Enter. То есть, сохранить конфигурацию и выйти. Но прежде чем выйти, я беру загрузочный диск и вставляю его в CD-привод. Если вы будете загружаться с флешки, соответственно, вы вставляете USB-флешку и нажимаете Yes. Все, мы пошли загружаться с CD-диска. Все, мы загрузились с нашего CD-диска, либо с флешки. Немного подождав, у нас появляется вот такая надпись, где предлагают выбрать наш накопитель, на котором установлен Windows. Мы видим, что в системе он один, циферка 1, значит, тут 1 уже прописано. Нам нужно нажать просто Enter. Если у вас будет то 2 диска, то выбираем нужный. В зависимости от того, на каком у вас установлен Windows. У нас 1, жмем Enter. Куча ненужных букв и циферок. Мы их пропускаем, жмем 5 Enter, 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 Enter. И так много-много раз. Теперь нам нужно с вами выбрать, что мы будем делать. Тут написано Edit User Data and Passwords, то есть изменить данные пользователя и пароль. Вот это нам и нужно. Циферка 1, нажимаем 1, нажимаем Enter. Здесь мы видим, пользователь у нас вот 3E8. 3E8 уже прописан у нас, вот пользователь Инна. Значит, нажимаем Enter. Дальше, что нам нужно сделать? Clear, то есть стереть пользователя password, user password, пароль. Да, нажимаем 1 и жмем опять Enter. Видим немножко выше, password cleared, то есть пароль у нас стерт. Теперь нам нужно сохранить эти изменения, и для этого мы сюда вводим восклицательный знак. Shift 1, кто не знает, и нажимаем Enter. Теперь мы нажимаем буквочку Q, то есть выйти отсюда. И опять жмем Enter. Опять нажимаем Q. Все, и нас спрашивает сохранить, бэкап сделать. И тут мы нажимаем Yes, то есть да. Хотите продолжить? Нет, нам продолжить не надо. Мы отсюда выходим. Все, мы отсюда вышли. Теперь мы можем перезагрузиться. Естественно, диск мы должны отключить, ну, либо флешку вытащить, для того, чтобы загрузиться уже в Windows. Фокус у нас опять пропал. Ну, ничего. И все, мы видим, что мы вошли в Windows и уже без всякого пароля. Пароль нас уже не спросила. То есть пароль мы убрали. Ну, для проверки давайте проверим. Давайте еще раз нажмем перезагрузочка. Вот и все. Вот таким образом, буквально за считанные секунды, мы можем сбросить пароль администратора, когда у нас в системе всего один пользователь, и он является администратором. Другие действия, как предлагают нажимать там в меню приветствия, где пароль нужно вводить, там,
Ctrl-Alt-Del два раза, Shift 5 раз. Это ничего в данном случае не помогает. Вот то, что я вам показал, пожалуй, единственный очень простой, самый легкий и самый быстрый способ. Где взять образ вот этого диска или флешки, я напишу в описании под видео, будет ссылочка на англоязычный сайт разработчика, где вы можете скачать эти образы. Вот, в принципе, и все. Всем пока, до новых встреч, увидимся.